субботу. Она молода, перспективна и мечтает о великом будущем. Ты лучше, ты победишь. Хорошо, что во французском катании есть такие таланты. Я тебя люблю, сестренка. Вперед! Но один трагический случай может поставить крест на карьере. Травма не очень приятная, но скоро вы сможете ходить. Ходить? Мне нужно кататься, сезон в самом начале. Этого я гарантировать не могу. Киски, что со мной будет, Валерий? И когда все потеряно, а боли и разочарованию нет предела. Курить не стоит, если хочешь вернуться на лед. А вам-то что? С коньками покончено навсегда. Если немножко постараться... Я уже старалась. Ничего не вышло. Меня найти несложно. Пока, чемпионка. Стоит поверить в себя и вспомнить, ради чего все начиналось. Огонь и лед. В субботу на ТВ Русь.